Всем привет! Я очень рада видеть вас на моем канале, и сегодня я расскажу вам, как сделать большую елку своими руками. А сделать такую замечательную елку очень просто, и она обойдется вам дешевле магазина. Украсить елку можно самыми разными игрушками. Я украсила свою елку звездой, елочными шарами, бусами и лентами. Ну что, давайте приступим. Итак, для работы нам понадобится ватман и плотный картон, скотч, мишура, термопистолет, елочные шары и звезда, скрепки, ленты, бусы на нити. Для начала нам необходимо заготовить основу для елки из ватмана. Ватман я не нашла, поэтому использовала листы и бумаги формата А2. Но можно также использовать плотные обои. Из ватмана нам нужно сделать объемный конус. Ватман аккуратно сворачиваем и фиксируем скотчем. Затем накладываем еще один лист ватмана и фиксируем скотчем. Листы складываем так, чтобы не оставалось лишнего пространства. Лишнюю часть бумаги отрезаем. Основание конуса заклеиваем плотным картоном. Для плотности я обклеила заготовку обычными белыми листами для принтера. Основа готова, теперь можем украшать основу мишурой. Мишуру приклеиваем на силиконовый горячий клей. Наносим немного клея на бумажную основу и аккуратно приклеиваем, начинаем обматывать мишуру вокруг основы. Клеим мишуру очень осторожно, чтобы она не испортилась под действием горячего клея. На мою елку высотой около 70 сантиметров у меня ушло 6 штук мишуры. И вот основа обклеена. Затем украшаем нашу елку разными игрушками. Верхушку елки я украсила звездой. Шары украсила бантиками из атласных лент. Шары крепила на елку с помощью скрепок. А скрепку просто крепила к дождику. Вот такая у меня получилась елка. Напоследок я украсила елку бусами. И новогодняя елка, сделанная своими руками, готова. Большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам было очень интересно. Не забывайте подписываться на мой канал и ставьте пальчик вверх.